сделать минимальную, так называемую, гарантированную пенсию. Вы помните, да? Первый год работы правительства ДВК мы вводим понятие минимальная гарантированная пенсия. Что это значит? Это значит, что если пенсию, которую вы сейчас получаете через накопительные фонды по накопительной системе, мы сверх этого первый год платим минимум 300 евро, это порядка 140 тысяч тенге, а затем в течение 4 лет дополнительная пенсия, гарантированная со стороны государства, будет порядка 400 евро. Это порядка 170 тысяч тенге плюсом существующей вашей пенсии.